Здравствуйте, с вами Руслан, и сегодня мы с вами нарисуем красивый, интересный, необычный пейзаж. В первую очередь, конечно, мы же делаем небольшой рисунок, и начали мы с машинки, которая, как у троллейбуса, есть линия к току и ездит. Кто катался на таких в детстве, пишите, пожалуйста, в комментариях. И вот мы сразу заполнили с вами небо, и уже будем заполнять все остальное тоже пространство. Делаю его темным, мрачным, интересным и атмосферным тем самым. Показываем зелень, то есть у нас будет некий такой постапокалипсис небольшой. И вот мы заполнили все это пространство. Теперь мы будем дорабатывать, мучаем кисточку ее. Над ней издеваемся, бьем ей как щетиной, и получается некое состояние, будто там есть деревья, у них есть листья. Вот. Прорабатываем немного передний план. Добавляем уже теплые оттенки и дорисовываем цвет самой машинки, дабы понять, какого же цвета будет и характера она. И так как, чтобы она вытаскивалась вперед и не сильно била, то вот такой желтый-зеленоватый немного оттенок, опять же, смешиваю, чтобы он был связан, а не аппликацией. Теперь мы вот задний план прорабатываем понемногу, помаленьку, добавляя туда холодные, теплые, различные оттенки. И опять же, работаем мазком, 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 тем самым создаем те самые листья. В дальнейшем мы еще больше проработаем, будет еще больше деталей интереснейших. Сейчас просто надо идти от обобщения к детализации. Конечно, иногда хочется взять и нарисовать эти рога уже, какие-то трубы, которые там есть. Но, дабы легче было нам в дальнейшем работать, мы сначала прорисуем все окружение. И потом в это окружение впишем все остальное. Тогда будет намного удобнее, потому что нам не придется между ними вписывать нашу кисточку, стараться так тыкнуть, чтобы не промахнуться и было красиво. Ну и опять же будет не аппликация, а будто его там построили. Такое ощущение, это помогает именно, когда мы прорабатываем все окружение, а потом в него вписываем что-либо. Вот. Сейчас мы опять все дорабатываем и дорабатываем задний план. Без него никуда. Добавляем теплый оттенок, чтобы показать, где светлее, где темнее. Всегда работаем, будь то портрет, фигура, хоть кубик. Сначала свет, тень. А потом уже в этих местах мы дорабатываем, то есть в тени и где свет. То есть усложняем. И вот мы уже добавили небольшой заборчик и некие кусты. Прорабатываем нашу травушку, которая на земле. И заметьте, трава на земле отличается цветом, как от деревьев. Почему? Потому что, опять же, деревья, они у нас стоят вертикально, а трава лежит на земле ниже, и у них по логике даже будет отличие в цвете. Плюс ко всему, так как она ниже, больше тени, больше холода, поэтому более холодный цвет. Но при этом ко всему, чтобы показать и подчеркнуть пространство, наша трава становится немного теплее, ближе к нам. Вот мы уже дорабатываем некие детали самой машинки, вытаскиваем ее. Теперь мы можем над ней поработать и возрадоваться ей. Наконец-таки, наконец, прорабатываем ее помаленьку тоже. Таким вот образом всегда работаем с любой картиной. От обобщения к детализации. И не забываем идти по форме. Это самое важное, что может быть. Почему? Потому что это помогает нам показать и фактуру, и объем. И вот мы уже прорабатываем непонятную конструкцию, которая будет дополнять и создавать нам ту самую атмосферу этой работы. И не забываем добавлять помимо этого что-то от себя. Может, где-то бутылка валяется или трубка. Это очень поможет оживить нашу работу. Потому что такие детали показывает, что здесь человек был, жил, и в принципе мир существует, он бурлит. Просто мы не замечаем в данный момент. И тем самым нам уже кажется, что эта картина не стерильна. Если мы все наоборот идеально сделаем, то картина будет стерильна, не оживая. Поэтому мы должны добавить немного мусора. И вот что у нас примерно выходит, точнее вышло. Вот такая вот картина. Спасибо большое за просмотр.
Если понравилось видео, ставим лайки, также подписываемся и оставляем свое мнение в комментариях. Всего вам доброго!